Ну не надо, тата. Ну ходи сюда. Кс-кс-кс. Иди. Свет надо включить туда. Ага. Володя, выключи, включи ему свет. Там передвигается кусок. Я воробья поймал руками. Вышел еще, вот, то ли заболел, вот, или еще воробья. Он его уже хоронит что-то. Бедного воробья. Ему интересно, поиграться надо. Воробей еще дышит, шевелится слегка. Ну да, шевелится. Оно есть специально. Вот оно, он еще в коробке. Котя, что ты над ними издеваешься? Воробушек пытается. Ему интересно, этому котику. Котя, давай лопай его. Нашел забаву из воробья-то. А вы знаете, значит, кошки, они быстро съедают без всяких игр. Лопали все. Котя забьется куда-нибудь, не достанешь потом. Хочешь поджарить его сейчас? О, висит в углу. Котик, кажется, доигрался. Че? Все, все. Снимай кота там, как он бегает. Ты подальше отойди, чтобы видно было. Котя в панике. Кота загнал под холодильник. Что делать? Что делать? В коробку полез. Давай, отодвинь. Котя, давай, отодвинь. Котя. Ну че, доигрался? Спрятался в воробье. Съешь ты его, вот мучает бедного воробья. Вон он его лежит. Как бы отворачиваться, я тебя не вижу. Подожди, подожди, отойди, чтобы на обоих не было видно.
съемка полностью ужасная. Где голова закружится сразу. Сейчас забьется он там под тумбочку, ты не достанешь его оттуда. Кроссовок мне. В таких случаях коты бывает упускают воробьев. Да он уже, по-моему, крылом переломанным, он уже не улетит. Ну, видишь, вдоль земли все. Вот кот его вдавил, наверное, сильно. Да. Что-то мягкое еще. Такая реакция. Каково сейчас воробью-то? Страха? Он уцепился ему в щеку клювом. Ничего себе. Так вот, это же терпит это. Вот это да. Такую наглость. Вон он воробит. Наступил на него. Давил его веником. Он даже не понимает, что придавил его. Подальше отойди. Ишь, Котя просто сытый. Если сюда он... смотри, что снимаешь-то. Если бы он голодный был бы, то, чтоб, наверное, слопал его. Ну да, он сытый. Котя, зато я не сытый. А давай я поднимусь. Держи. Это надолго, наверное. Котя, Котя. Лапы расставил. Он уже знает, в каком углу его легче всего поймать. Раз затаскивает его. Насколько вертки воробей и какая реакция у кошки все-таки намного быстрее. Да, Котя. Че я мешаю тебе? Ну прости меня.
поймать не можешь. Достать. Прятался от тебя воробей. Воробушек. Котя, сколько ты будешь его мучить? В туалет захотел, добегался. Да. Воробей-то убежит сейчас. Ушка он сидит. Или живой. Сейчас уже не жилец. Внимательно наблюдает за воробьем, чтобы он тот не вылетел никуда.
наш котик. Здесь он в лоб вцепляется. У нас все загромождено. Для него это сложно будет сейчас воробья достать. Че, потерял? Воробей нашел место, куда запрятаться.
Да, если бы кот был бы голодный, он бы давно его съел. Так он издевается на ней. С Богом. Ну вот он сейчас на улице-то убежит, это точно. Вот он. Под лавкой. Котя, ты его здесь упустишь. Здесь-то он дыру даст и все, и не будет его. Это возьми пару банок еще. Вот эту одну и там в погребе еще одну возьми. Ну ладно. Ролик уже затягивается. Выключу надо. Там может не один час пройти, прежде чем или он улетит, воробей, или котика его съест все-таки наконец-то. Одно из двух. Все.